Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Zodi на аппарате Giants Machines 2017. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, так как, если я понимаю правильно, в этой серии мы будем запускать наконец-то шаттл. Все или ничего, партнер, все или ничего. Что мы должны сделать? Нет. Только не говорите, что мы опять в этой бандурине гусеничной. Твою ж дивизию. Ну хотя здесь всего лишь 86 метров проехать, так что ладно. Погнали наших городских. Стоп, а вот сейчас, смотрите, вот сейчас он вообще не шатается. Можно спокойно даже с видом из кабины ехать. То есть специально в тех миссиях их усложнили. Видимо, разработчикам показалось, что слишком просто управлять той бандуриной. Слишком быстро мы едем. И решили усложнить, чтобы мы ехали помедленнее, чтобы ехали по нескольку раз, перепроходя. Так, а мы что, должны доехать до конца? Ну, если не будет падать шаттл, то это не проблема. Я согласен. Медленно, конечно, но ничего. Зато прикольно. Ух, интересно, как это будет происходить. Уже прям не терпится, реально. Да, все, 215. Давайте проверим, шаттл не шатается. Стоп. Вот смотрите, что это было. Я доехал до сюда на максимальной скорости. Вообще не смотрел на шаттл, он не шатался. Но теперь только я проехал отметку, все, шаттл начал шататься. Какой дебил это придумал? Товарищи разработчики, оторвите ему, пожалуйста, руки и ноги. Вообще увольте его без оплаты. Так, подумаем немного задний край платформы, чтобы был как упор. Кстати, подождите, так стоп, а сейчас будет подъем наверх, да? Щелки. Тогда тем более поднимаем. Так, а дорога идет прямо? Нет, чуть-чуть надо бы... Не, ну в принципе... Какого ты лешего падаешь? Здравствуйте, приехали, какого хрена? Твою мать, ну блин, ну какой дебил придумал это, ну. Какой дятел это придумал? Другому не скажешь, разработчики, блин. Так, повернуться его сразу, чтобы потом я просто не забыл, вот так вот. Так. Так. Так вот. Блин, что меня радует, что это уже последний эпизод в игре, и больше нам после этого на этой платформе ездить не придется. Игра была отличная, пока не ввели эту платформу долбаную. Наконец-то она закончится, блин, эта игра. Я бы с радостью поиграл бы еще на других аппаратах здоровенных, поездил бы, поработал бы. Ну, блин, если игра... В некоторые моменты бывает настолько сложное, что играть просто невозможно. Да остановись ты, не шатайся! Так, какое желание будет в нее играть? Вот зачем придумали эту насыпь большую? Почему не выровнять было площадку, чтобы ровно можно было бы проехать? Все, максимум. Платформа поднята на максимум. Что за звуки странные? Так, ну мы ровно хоть едем? Вроде как... Нет, по-моему, надо чуть-чуть влево.
Опа-па-па-па, давление я совсем забыл. Вы что, с ума сошли? Еще и останавливаться нельзя. Чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть, совсем твою дивизию чуть-чуть. Но если бы, по крайней мере, сохранения были какие-то, чтобы получилось сколько-то проехать, сохранился. Так, проходим, проходим. Надеюсь, сейчас хоть в этой точке нас сохранят. Очень на это надеюсь. Вот пока мы едем, по инерции, как бы ракета удерживает шаттл, то есть. Хотя край задний всего лишь на 0,2 градуса был. Опа, так, по чуть-чуть теперь приспускаем его. Так, вот теперь проблемка, нам нужно будет... Да стой ты твою дивизию, куда ты? Мать твою, может успеем доехать быстро, пока не упала. Тварь вонючая, блин. Ну хорошо, хоть сохранила нас. Так, нам вообще нужно сейчас будет повернуть немного. Или стоп, или нас выровняла. А нас, по идее-то, выровняли или нет? И чуть-чуть надо все равно повернуть так вот. Так вот, хорошо. Поехали, так. Стоп, не мотыляйся, не мотыляйся, стоп, выровняйся, твою дивизию. Так, ну что тут? Тут проходим, тут тоже. А, хотя, стоп, подождите, нет, нам нужно как раз-таки поднять платформы, чтобы, я понял, мы должны поставить их вот на эти вот установки, на эти стойки. Блин, это нам правее придется сдать, что ли? Тогда, наоборот, сейчас будем поднимать. Или сначала заедем уже сюда, а потом будем поднимать их. Стой. Можно начать, в принципе, отсюда подъем. Стой, твою дивизию, говорю. Ну-ка, поднимаем. По чуть-чуть. В принципе, уже, по идее, должно быть даже достаточно. Вот так. Чуть-чуть повернем. Стой, говорю. Осталось чуть-чуть уже, ну. Неужели не можешь ровно постоять? Хотя бы чуть-чуть. Уже столько намучился с тобой, кстати, давление. Не забываем про давление. Про это нужно помнить. Стой. Так, мы сейчас едем косо, но чуть-чуть потом подравняемся, когда уже заедем.
Можно уже чуть-чуть сейчас начать выравниваться. Вот, в принципе, все ровно. Не совсем ровно, но, скажем так, с пивом покатит. Вот так вот. Вот теперь ровно. Во. Ровнее некуда. 7 метров, 6 метров. Давай, 5, 4, 3, 2, 1. Один, говорю. Да один уже, давай. Ноль даже. We're on the spot. Lower the mobile launcher platform to finish docking the shuttle. Хорошо, мы на месте. Опустите мобильную пусковую платформу для завершения стыковки шаттла. Легко сказать. Ой, стоп, не то дело, подымаю. Чуть еще осталось, но... Отлично. The crawler transporter is not disposable after one use. Move it to a safe distance before the launch. Гусеничный транспортер – это машина многократного применения. Переместите его на безопасное расстояние перед запуском. Да, без проблем, лишь бы без шаттла это все было. Так, давайте опустим уже до конца. Ага, все уже опущено максимально. Платформа. Так, ну мы должны теперь в обратную сторону, да? Просто уехать в обратную сторону. А, даже метка же есть, точно. Я не обратил внимания на то, что есть метка. Думал, просто, как обычно нам говорят, уберите с дороги или отвезите куда-то. Здесь метка прям есть, куда везти. Ну, не вопрос. Здесь ведь тоже есть кабина с этой стороны, почему бы... Давайте проверим просто. Можно ли так сделать? Чисто в качестве эксперимента. Да, машина уже не двигается, все. Во время движения. Все так. Так, перейдем в другую сторону. Вот, здесь ведь тоже есть кабина. А почему нельзя... Нет, стоп, это не кабина. Кабина здесь с другой стороны, да? Нет, стоп. Стоп, я запутал, ну вон же кабина, а почему... А, это не кабина. Я думал, это кабина еще одна, чтобы с другой стороны можно было перейти, сесть сюда и ехать вперед, а не назад. Вот оно как, Михалыч. Понятно, будем знать. Будем теперь ученые в этом плане. А, да, вон, видно, что там ящики, я не заметил. Просто посмотрел, что вроде вот есть такая же кабиночка, и все. Ладно. Будем ехать задом. Ну уж, без шаттла я готов на все. На любую миссию, лишь бы без шаттла. Чтобы не пришлось его транспортировать. Я надеюсь, нам покажут весь запуск. Наверное, для этого специально там стоит буксирчик, вот, на котором мы сможем прокатиться обратно, чтобы пешком столько не бежать. Может быть, этот гусеничный транспортер в воду скинуть? Пускай он там утонет к чертовой бабушке.
чтобы никому потом не пришло в голову на нем возить шаттлы. Теперь вы можете использовать буксир и перейти к безопасной точке наблюдения. Да, запросто, сейчас я только... Вот эту ненавистную мне машину. А, нельзя ее сбросить, там специально так сделали. Чтобы нельзя было сбросить. Видимо, понимали разработчики, какая мысль придет в голову игрокам. Ну ладно. Какого время движения? Машина не движется уже, ну. Даже наручник поставим. Во, теперь выпустили. Так, ну что, я понимаю, сейчас будет финал, что ли, игры? Так, куда нам ехать нужно? Ого, 0.5 километра. Да, в принципе, безопасная точка должна быть. Пока едем, заодно расскажу. В итоге, ребята, что можно сказать об этой игре? Игра отличная. Если бы не вот этот вот шаттл, не проблема с его перевозкой. Это реально очень сложная задача. Невероятно сложная нервная задача. Все остальное в игре прекрасно. Мне очень понравилось. Особенно в начале. Добыча кремния на роторном экскаваторе — это вообще нечто. Это очень круто было. И этими моментами я доволен. Что, в принципе, игра очень даже хорошая. Я не жалею, что решил ее пройти. Я получил массу удовольствия. Сейчас мы прибываем к этой точке. И походу увидим последний ролик. Или не знаю, будет ролик или не будет ролик. Что нам покажут? Что-нибудь красивое мы увидим или нет? Эй, куда ты? Не застревай. Куда тебя занесло? Уж идем смотреть. Надеюсь, это будет красиво. Хотя сомневаюсь, если честно. Почему-то я сомневаюсь. Кстати, после всего этого, ребята, наверное, уже отдельным видео. Я просто выложу в плейлисте еще видео из гаража. В меню есть пункт «Гараж», который уже открылся. Все машины в нем открылись уже под конец. И там просто можно обозреть все эти транспортные средства, все эти машинерии. Просто коротенькое такое на пару минут видео, в котором будет вертеться... Для обозрения все эти гигантские машины. Смотрим. Неужели это конец нашей миссии? Держите кулаки за успешный запуск. Ой, почему-то, ребята, я сомневаюсь в успешности этого запуска. Шаттл готов к запуску. И чё? И чего? Походу, игра опять сломалась или что? Почему не запускается? Я не понял. Так, ребят, походу игра сломалась. Я не знаю, что нужно сделать. Но мы же не можем никак активировать его запуск, нет? Он, по идее, должен сам активироваться, сам запуститься, но я не знаю, игра сломалась. Давайте, что ли, прокатимся, посмотрим. Да, не застревай ты. Я так понимаю, должен был запуститься какой-то ролик, что ли? Или как?
Может, теперь снова подойти к той точке контрольной? Может быть, теперь сработает скрипт? Ну да, багов, конечно, в этой игре завались. Но что поделать? Дубль 2. Нет, не хочет. Ну что ж, ребята, походу игра сломалась, поэтому ничего мы уже не добьемся. Но в любом случае это конец игры. Так что спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых, замечательных прохождениях. Пока-пока.